будет тебе приставать каждый раз. Так, дай-ка в бочку положим, она не даст нам житья. А это... большой один растет, и больше не принес. А раньше они тут пачкали белые, красные, очень разные. А сейчас они уже как бы соки высушили из земли все. И ничего тут не было. Так, вот я тут не знаю, никогда не высушили. Яблони есть, но мало яблони. Года два уже, они интересные. Растали и падали. И падали в том году. И по запросам было усыпано, и все упали. Они еще вот сейчас есть, но их мают. Они каменные, я бы сказал. Они кислые, и они не вызревают до определенного возраста. Холодно здесь. А я две груши сажала, у меня это одно пыль. Все-таки перелез, ну вот это он был грузчик, это махнулся. Одна груша нормальная, другая нет. А у нас все яблони сгрызли, сколько посадили, все сгрызли. Хоть я ее укрывала, я не знаю. А вот эта яблоня, давала яблоки, а их жрать невозможно, они маленькие, никакие, ни вкуса, ничего нет. А в этом году вообще никаких яблок нет. В общем, с яблоками ничего нет. А у Ивана, знаешь, и на рябине прибитой груша. Да, у меня вот там видно в окно. Много-много это делать. Ну, играть невозможно. Ну, так вот, проклеить. Да, да. На рябине груша. Ягод много, то есть черный, красный, красный. И сразу много. И за вторая тоже, как и за дома походили хорошие ягоды. И сейчас мы новые посадили вот здесь. Такие хорошие кусты. Купили каждый куст 100 рублей. Для нас еще купили, или больше мы купили. Вот посадили, вот, вот такие ягоды были классные. Я сделала, загорели прямо на лицо. А и тут когда это, хорошее солнце, все лето дождь сидел, но когда было, минут по 20 я раз три посидела. Вот он это... Пропалывать начинаешь, тут же руки же загорают, и морды загорают. Вот и все, ну понятно. А Лема-то не хочет приехать по танцу? Она приезжала пару раз. Давно ее так не видела, так ее вот запомнила, как вот помнила. Да. Давно не видела. Ну что ты поедешь 27-го только. Ну все. Сказала. За грибами-то потом, может, приедет, то есть она такой. Не, она не ходит за грибами. Не ходит. Нет. Не ходит. Она вообще не приезжает сюда. Но она как работает нормально все. Работает. Все так же. Все в том же. Все в офисе. В офисе работает. Уже 54 года. 6 числа. Ты комаров ешь, побрякуша. Ты моложе, да? Я это сама. У нас Юлька разница год. Ты такая молодая. На год старше 48, а на 54 Ну, вот она как бы ушла, да, из этого, этого техника Ленка, да? Да, она давно ушла, давно. Ой, такая работа ужасная. Вонючая, грязная и вообще тяжелая. Ты на руки ко мне хочешь или не, что? Не, не, она на руках не сидит. А что ты? Хочешь она ты? Ушла. А что ты прыгаешь-то? Ну, вот и все, спокойно на компьютере сидит и все. Продают это, стоматологические материалы, да, я помню. А как она называется? У них какое-то название есть? Мы в Северной Каролине заказывали. А что ты? Я к ней приходила много раз. Так какое у нее это самое место? Да? Я могу спросить у нее. Просто бы я бы, может быть, там бы что-нибудь там бы это, что-нибудь бы это взяла, потому что иногда бывает это у нас там это. Я не помню, по людей. Я же курьером у нее 2 года работала вот несколько лет назад. И совершенно не помню. Может, вспомню, скажу тебе. Надо будет мне телефон ее написать у вас. Телефон какой? Сотовый? Да. Я на них не помню точно. У меня где-то записано, надо поискать. Запишу тебе, скажу. У меня, по-моему, есть записная книжка.
А может и нет. А когда она-то вам звонит на телефон? Она мне звонит, да. Ну, в телефоне должна быть там телефон. Да, да, ну я как-то и не смотрю. Ну, как я длинный телефон наизусть не помню. Короче, такая чума. Ой, ужас, это не собака, это чума какая-то. Знаешь, что делаем? Комаров лопает. Ужас. Да, и давимся, и давимся. А комару. То, слушайте, я рот открыл, и комар мне прямо в рот влетел. И ну что, мне осталось проглотить его, я уже его не успели сплюнуть. Не смогла вытолкать заразу. Он прямо в рот залетел. Задрипанные кабачки тоже мелкие такие. А она с вами стерва? Да, это стерва под одеялом со мной, да. Она под одеялом. Ну понятно. Лежит наглая морда. У нее есть лежак. И даже плед у нее есть персональный. Нет, ей надо кровать под одеяло. Ты что? Ну да. Она думаешь, будет одна лежать сейчас? Да, конечно. Даже под персональная морда под наглая любит нас такими. Да. Как это машина приезжает, молоко гудит. Она требует, чтобы я шла к машине. Попробуй, не пойди. Она будет лаять до тошноты, пока я туда не пойду. Вот откуда понимает, кажется, да, что бы понимала. Иди и все, надо идти. И я другой раз, и мне не надо, когда выхожу, чтобы она закрылась. Да, 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 смотрите, да, вот как бы типа она сигнал СОС понимает. Она, я другой раз и не слышу. И вдруг она зараза прибегает и требует, чтобы я шла. Ну, ёлки-палки, что с ней делать-то, приходится. Я приходила в машину. Я ходила в молоко. А я Ромчик говорила, выше вот это не говорит, нет. Слушай, это молоко какое-то раньше вкусное было. А сейчас оно паршивое. Ну вот Зина говорит, это самое. Что это? Говорят, они что-то в молоко добавляют, чтобы оно долго не кисло. Вот, я ей дала, она сейчас вот как вот с этим поносом. И раньше вот мы с Сашей покупали молоко и эти плюшки покупали. А нету сейчас плюшек? Сейчас нету, нет. И даже и не хочется этого молока.